заночевал в лагере рыбаков. Вот, сами видите, люди тут о природе явно не беспокоятся. Везде мусор, костры. Вот часть мусора вот в кучу скинул. Ужасное состояние, конечно. Само место красивое, но приведено, так сказать, непотребное состояние. Так, тут они, очевидно, или навес, или палатку ставили. Да уж. Везде мешки, бутылки. Неужели нельзя все это вывести, а? Да уж. Кострищ тоже полно. Ну ладно, бы пару мест использовали, а? Вот так у нас люди к природе относятся. Красота. Как можно это, такое место в помойку превращать? Это сколько уже кострищ-то? Штук 7, наверное, не меньше.